Всем притуськи-ребятуськи, вы на канале Миликстока, и это видео о том, где найти эстетичные вещи. Ну там, всякое такое красивенькое, вот. Всем приятного просмотра. Но перед началом я бы хотела бы вам сказать, то, что у меня появился свой телеграм-канальчик. Называется «Домик Милюсиков», поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в шапке профиля. Ну и все, всем приятного просмотра. Первая эстетик-вещичка у меня находится в моей комнате. Это вот этот вот миленький, эстетичный, по моему мнению, олененок. Сейчас я вам покажу эту локацию, где он находится. Чтобы найти олененка, нам нужна вот эта локация. Ну и все, когда мы зашли, мы просто листаем влево. И вот нас тут встречает вот такая вот красивая эстетичная комната, очень красивая. Так, появляется мой персонаж, всем здравствуйте. Умею неожиданно появляться, ну и вот этот вот олененок, вот он. Также в этой комнате есть еще одна эстетичная вещь, по моему мнению, вот такая вот красивая кружка. У нас есть такая же кружка, только в креаторе, но вот эта вот серенькая. Ну, в принципе, тоже неплохая. Следующая локация — это у нас ресторан на первом этаже. Итак, вот мы появляемся, вот у нас в левом углу такой вот телек, но это нам не надо. Вот у нас есть такой шкафчик, и тут есть вот такие вот, вот такая вот одежда для повара. Тоже эстетичная такая вот. Далее, если мы пролистнем на кухню, тут у нас встречают вот такие вот эстетичные растения, которые мне тоже очень нравятся. Дальше у нас здесь есть такая вот штучка для картошки. Ей можно там лук, картошку чистить, тоже очень такая эстетичная, красивая. Да, я опять люблю резко появляться, я просто хочу это все забрать. Вот, ну короче, такая вот штучка. Потом же, если мы пролистнем еще чуть-чуть да подальше, мы вот в кастрюльке увидим такой вот термометр, или это не термометр, я не знаю. Ну короче, это штука, которая измеряет теплоту воды. Следующая локация — это по типу каких-то джунглей. На этой локации, вот в таком вот домике, есть вот такие вот красивенькие две подушечки. Они мне очень нравятся. Так, дальше. В этом дереве есть вот такого вот два домика, и тут есть вот такой вот хамелеончик, маленький, красивый. Так, ну тут я опять телепортнулась как-то, каким-то образом. Если что, это сумка, вот это вот, там вещи, которые я вот собираю. Эстетичные. Так, ну и вот такой вот красивенький, маленький, просто миленький хамелеончик. Давайте его туда положим. Вот такой вот красивенький. Так, что у нас тут дальше? И вот такая вот красивая баночка. Туда можно положить какие-нибудь закаточки. Рядом с этим домиком находится дерево, на котором растет вот такой вот миленький, красивенький цветочек. Кто помнит, на ком он был, на какой легенде он был. Этот цветочек очень красивый. На этой же локации в джунглях есть вот такие вот чувачки, у которого есть чемоданчик, и в этом чемоданчике находится вот такая вот ложка, одновременно и вилка. Я вернулась домой, так как вспомнила про вот этот чайник. Он тоже очень эстетичный, на эстетичных видео он очень часто присутствует. Чтобы найти чайник, нам нужен вот такой вот зеленый дом. В самом начале этой локации есть вот такая пчелка, но мы пришли не за этим, а за чайником вот таким вот. Вот он, прикольный вот чайник. Все, я тут появляюсь опять, тпхаюсь, как всегда. Так, надо как-то перетащить этого синего челика. Так, все. А вот такой вот красивый эстетичный чайник, все. А дальше у нас тут еще есть вот такой вот ноутбук, где какие-то уравнения. Черный ноутбук с какими-то по типу уравнений. Вот. Ну, короче, прикольный ноутбук. Можно, типа, сказать то, что я, типа, решаю математику. Дальше у нас есть вот такое вот прикольное эстетичное растение, которое я тоже часто наблюдала в эстетичных шортах. Забираем. И вот такой тоже есть кактус, но мне он не нужен. Так, идем дальше. И в самом конце этой локации есть вот такое вот полотенце, которое иногда берут дети там для детей, когда их укладывают спать. Ну, короче, беру тоже. Следующая локация — это торговый центр, первый этаж. Возле лифта есть вот такая вот фотограф-зона, где есть секретка, и там эстетичная вещь.
Если что, пароль — это у нас сначала ракета, потом деньги, а потом смайлик с сердечками. Эта зона у нас поднимается, и есть вот такие вот очки. Далее, если мы от лифта пронесем чуть-чуть вправо, мы увидим вот такую вот штучку, пакетик с вот такой вот красивой мышкой. Она пойдет к белому ноутбуку, но эта мышка очень крутая, я ее тоже забираю. Дальше, если мы пойдем, то будет такая вот мини-детская зона. И, боже, посмотрите на эту лягушку, она такая красивая, я просто ору. Она очень милая, я ее просто забираю. Без слов просто. Так, ну она просто реально очень красивая, просто, ну правда. И следующая локация, место, это у нас вот такой вот магазинчик со цветочками. У нас очень много красивых эстетичных цветов, но мы возьмем только вот такой вот горшочек. Он, по моему мнению, именно только по моему мнению, он тоже, в принципе, вот такой вот прикольный. Если вы хотите, можете забрать что-то другое. Ну, у меня не хватает места уже в сумке, поэтому я понесу это все в руках уже. Ну вот и все, это видео подошло к концу. Если вы хотите вторую часть, ищу эстетичные вещи, то ставьте плюсики в комментариях. Но если вы не поставите, я все равно сниму, потому что чтобы было. Ой, что это я? Ну что ж, с вами была я, Амелия Кстока. Кстати, подписывайтесь на мою тегашечку. Всем пока-пока!